Константин Константинов широко известен в России. Художник создавал росписи храма Христа Спасителя в Москве, выполнял настенные росписи образов Александра Невского и святого Николая Чудотворца в Александро-Невской лавре, посетил десятки старинных городов России. Самые живописные места художник запечатлел на своих картинах, которые теперь могут увидеть и устюжане. Художник много путешествует и при этом постоянно работает над этюдами. Он считает, что обращение к натуре очень важно для любого художника. На своей персональной выставке Константин Константинович представил живописные работы, выполненные в жанрах пейзажа и натюрморта, в их названиях «География страны и путешествий художника», «Его хождение по Руси». На более чем 50 работах Константина Константинова посетители могут увидеть скалистые берега Карелии, гранитные набережные Петербурга, шедевры деревянного зодчества деревень Севера и, конечно, узнаваемые места Великого Устюга, города, который художник Санкт-Петербурга посещал неоднократно. Множество работ сопровождают QR-коды, перейдя по которым посетители смогут узнать предысторию написания работ. Сам автор не смог присутствовать на открытии выставки, поэтому приглашает всех ценителей искусства посетить выставку с помощью социальных сетей. Дорогие устюжане и гости прекраснейшего города Великого Устюга, приглашаю вас на выставку. Все работы написаны с натуры, на пленерах, поэтому приглашаю вас зарядиться творчеством. Выставка «Хождение по Руси» будет работать до 28 сентября, без возрастных ограничений. Степан Крыжановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».